Мы продолжим. Депутаты потребовали вернуть государству функции контроля в сфере авиации. Свое возмущение на сегодняшнем заседании Сената выразил Талгат Мусабаев. Он отметил, что сейчас надзор за авиацией страны в ведении коммерческой организации, которую возглавляет иностранец. Подчеркну, что речь идет об авиационной администрации под руководством Питера Гриффитса. По мнению Мусабаева, регулировать эту сферу должен госорган, а именно Комитет гражданской авиации. Также он заявил, что расследованием авиационных инцидентов и происшествий должны заниматься представители МЧС страны или независимые международные органы расследования. Предлагается вернуть здравый смысл и направить решение вопросов в законное русло. В этой связи необходимо вернуть государственные функции по надзору и контролю гражданской авиации в комитет, а поскольку АО ААК уже создано, то оставить ему функции по сертификации. Или другой вариант – придать АО ААК статус государственного органа, то есть государственного учреждения, со всеми вытекающими законодательными последствиями и ответственностью, возложив на него исполнение государственных функций. Напомню, что авиационная администрация была создана в 2018 году. Она осуществляет контроль за безопасностью полетов. В 2020 году организация отозвала сертификаты эксплуатанта и летной годности у авиакомпании Бек Эйр после крушения авиалайнера Фоккер 100 близ Алматы. Тогда в работе перевозчика были выявлены многочисленные нарушения.